Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Clash Royale. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ну что же, друзья, огромное спасибо ProGamer, Никите, Алекс, Дарк и Снеговичку. Спасибо вам огромное. Мы тут получили карты. Что у нас там происходит? Еще один день, 19 часов до новой войны. Ребята, давайте запросим еще какие-нибудь карты. Что-нибудь, знаешь, надо такое попросить. Может, кстати, Валькирию? А что у нас там? Давай Валькирию. В общем, друзья, какие новости? Первое, то, что, конечно, мне сейчас стало очень сложно, я прям немножечко разочаровался, потому что, говорю, ребят, практически 5000 кубков апнул, но, в общем, слил. Как ты видишь, как всегда, я, блин, сейчас тактики не смотрел, потому что времени нет, вот я хочу в выходные все сделать, блин. В общем, что мы тут собрались? Первое, друзья, это, конечно... Ух, смотри, испытание пека. Абсолютно нормальный игровой режим. Я хочу сегодня в него поиграть. Вот, мне сказали, ни в коем случае не смотри, что там, потому что это будет для тебя сюрприз. Поэтому я не смотрел именно, какой колодой вообще ходить. Но, в принципе, возьмем нашу стандартную, типичную колоду. Кстати, я там посмотрел кое-что. Оказывается, он два эликсира стоит не просто теперь так. Наш подрывник... Да, друзья, оказывается, немножко ему хп вроде как уменьшили, вот что. Так, посмотрим, что у нас тут. И также офигенная новость, то, что от Supercell будет 3 новых игры. Это просто топ-новость. Посмотри обязательно ролик, я там выпускал реакцию, делал, это жесть, я прям... очень захотел в них поиграть. Ну, тут на самом деле все понятно, ребят, потому что Clash Royale, Clash of Clans играют как бы, ну, такие дядьки играют, ты понимаешь. И Supercell, они посмотрели на активность в Бравл Старсе, что там намного все проще, там не надо. Ну, иногда, конечно, там надо думать-то головой, но в основном именно вот в Clash Royale тут прям надо соображать, ребят. Я что-то не особо дружу с головой, как ты знаешь. Наобум ходим иногда. А надо продумывать все вот эти вот ходы. Как лучше там кинуть, как защититься, как атаковать, когда вот почувствовать этот момент. Так вот, и Supercell решили сделать немного на аудиторию помладше игры, но там будет игра просто чумовая. Clash Герои. Как я в нее хочу поиграть? Но проблема в том, что разработчики сказали, что это ранние. Прям несколько раз специально сказали, что это ранние этапы. Вот вам мы показываем. И непонятно, когда это все будет. Еще Boom Beach Frontlines. Когда там будет выходить, я не представляю. О, блин, круто. Карта Джокера. Ох, когда-нибудь мы дойдем до 5000 кубков. Но, видимо, не сейчас. Итак, ребята, погнали. Ого, ничего себе! Разовые награды. Беззаботная игра. Выиграй 7 раз, чтобы получить все награды. Вступить бесплатно. Самое интересное, что здесь мы можем проигрывать. Вот оно что, ребята, блин! То есть, хорошо, хорошо даже, что я ничего не подготавливался. Такая халява. Давайте начинать, посмотрим, кто против нас будет тут ходить. В общем, приятного просмотра. Сразу говорю, будут тупить ужасно. Это по любасу. Так, банда гоблинов. Давай-ка, давай-ка, братишка. И у нас тут какие-то скелетики? Что? Что за фигня? Почему их не атакуют нифига? Дядь. Как-то нехорошо даже. Ты шо? Смотри, они не атакуют даже. Вот это прикольчик маленький. Вот это маленький прикольчик, что за фигня? Так, 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 мы, походу, уже сейчас вышечку заберем. Скелетик, смотри, что там делает. Офигеть, все, мы уже, друзья, забираем. Шахтер, шахтерыч. Подрывник еще у нас шахтер там нормально делает, мутит. Так. Враг тоже у меня, конечно, забирает вышку, но ничего, скелеты, мне кажется, сейчас помогут. Будь здоров. Так. Вот так вот. А как их остановить? Погоди, что за фигня? Все, хана нашему сопернику. Хорошо, мне понравилось, но это всегда так, первая победа, вот изи. А потом уже начинается, ребята.
Получаем мы карту Джокера обычные. Что? Ключи какие-то? Я даже не знаю, на самом деле, пока что все новое, поэтому непонятно. Блин, как я жду квест-герои. Ой, ты не представляешь. Ты не представляешь просто, как я жду. Яд! Опа! Ядом можно, оказывается, их валить! Нифига себе, что-то новенькое на самом деле. Ладно. Блин, опять я неправильно. Сначала надо бочку, а потом уже вот это вот, вот этим заниматься. Опять я какой-то фигней страдаю. Ну ладно, ничего страшного, ребят. Хотя вот смотри, уже от нас... Блин, неужели яд надо брать? Да блин. Погоди, мы можем получить разряды, ну-ка. Да, можно. Можно, пацаны. Ух, электрогигант, боже ты мой! Да ты прикалываешься, что ли, электрогигант. Как я его ненавижу. Как я его просто ненавижу, пацаны. Ну все, он тут уже нас сносит. Ребят, тут ничего не поделаешь. Но ничего страшного, главное, что не засчитывается. Поражение, это прям действительно круто. Хорошо. Ага, то есть мы можем, в принципе, вот так вот делать. Так, давай в бой. Ну, может, сейчас нам полегче противник. Дадут? Али. Ты на Али? Блин, капец, это реклама, бесит. Ребят, надо соображать, что я сейчас делаю. Я вообще какой-то фигней занимаюсь, правда. Ну что это такое? Ух ты, засранец, 9 уровня. Бочка со скелетами. Хорошо. Хорошо, что их можно так вот атаковать, ребятки. Так, эликсир X2. Пошло, 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 пошло. Так, хорошо. Тихо, 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 тихо. Все, хана ему. Пацаны, хана ему. Отлично, отлично, ребята. Нет, правда, мне сейчас вот не до этого. Когда просто очень много видосов делаешь, пилишь, блин, их, то правда, друзья. Так, инвентарь, ключ, ух ты, круто. То, блин, нету времени даже сосредоточиться, подумать, обдумать, вот это вот сделать. Но я понимаю, ребята, то, что контент, он становится действительно хреновым. Мне это прям очень сильно не нравится. Он правда становится прям фиговым. Блин, обидно. Так, переманиваем его на эту сторону. Он так хочет.
И шахтер, пока-пока, вот этот... Она тебе, дядь. Так, хорошо. Скелетик там маленький наш идет. Он, конечно, его уничтожает. Ох, блин. Бади. Блин, вот зря я на самом деле так сделал. Хотя, ладно, мы защитились с тобой. Ну куда ж ты, дядя, блин, делаешь? Мутит все-таки, да? Так. Времени остается маловато, друзья, если честно. Проиграли, друзья. Блин, я вот когда вот именно волнуюсь, начинаю, блин, вот такая вот фигня происходит. Но ничего, как бы китайцу проиграть это нормально. Это хорошее дело на самом деле. Видишь, какой он довольный. Блин, ну я рад. Тоже все, что китаец. Потому что они капец очень сильные, ребята. Но тут на самом деле мы могли бы что-то сделать. Это правда. Смотри, что делать, да? Так. Блин, занимаюсь фигней какой-то, правда. О, комочек, смотри, что сделал. Этот комок. Да блин, какой шахтер нафиг? Что ты творишь? Капец, что я вообще творю? Проблемка маленькая идет. Может, ты не маленькая. Может нас забрать, конечно.
Все, отлично, пацаны. Отлично, отлично, друзья. Фух. Притом это 8 уровень, поэтому норм. Отлично. Ой, залагал, аж залагал-то как, а? Окей. Так, что мы с тобой забираем? Угу. Джокер. Блин, вот это мне нравится, ребят, когда без поражения. Но вот если бы был у нас, конечно, пас рояль. Блин, звучит такой пас рояль. Что, блин, за... пас рояль. Хочу нас быстро раскидать, смотри-ка. Так, половинка есть. Замечательно. Ой, там еще и шарик. На шарик. Ой-о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 й. Его, конечно, немножечко вроде как подрезали, но... Ой, отлично. Не могу дождаться, но... Тяжело, на самом деле, блин, тяжело еще как. Ребят. Не, все тут уже, ребят, финита ля комедия. Ну ничего, ничего, мы с тобой неплохо все равно сыграли. Давай еще один бой, наверное, на сегодня и хватит, потому что я уже начинаю злиться. Черт, я это ненавижу просто. Ну, я думаю, я, конечно, это все пройду, ребята, вне записи. Понятное дело, что у меня попыток куча, миллиард. Но мы с тобой именно должны... Надо... Оп. О, какой бревно, кстати, тоже помогает, смотри-ка. Ах ты засранец. Так, бочка со скелетами. Вот сейчас... Не, ну... На лучник все это капец, конечно, тратить все. Блин, вот смотри, что этот черт делает. Маленький. Чертилка. Все, мы тут уже его забираем. Отлично. Забрали, хорошо. Вот этой колодой, в принципе, можно же научиться играть. Если прям вот все отработать, блин, будет супер. Будет прям реально хорошо. Нужно попить 4, ключ от сундука. О, дядь. Ну что же, друзья, вот такая вот у нас сегодня игра была. Надо прям вот, я не знаю, я сейчас до сих пор вот с того раза... как не апнул 5000 кубков, прям вообще разочарован ужасно. Хочется как Ванко материться и ругаться ужасно. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.